Спортивний бренд міста Харків «Спорт Сіті» запускає одноіменний челендж у соцмережах. Тож за активність під час тренувань харків'яни можуть отримувати презенти. Умови участі прості – в історіях або публікації позначити сторінку бренду та поставити хештег «Я спортивний Харків». Організатори зазначають, головна мета акції – популяризувати спорт та здоровий спосіб життя серед містян. Для того, щоб смотивировать наших харьковчан, мы просим их присоединиться к нашему челленджу, к нашему такому вызову для самих себя, отмечать, собственно, с хэштегом «Я спортивный Харьков» и свои какие-то ежедневные упражнения, свои, возможно, это зарядка, возможно, это пробежка, возможно, это ходьба на лыжах, возможно, это другие спортивные активности, которые ежедневно совершают наши харьковчане. Каждые 2-3 недели мы будем разыгрывать подарки от департамента. Это мерч, это футболки, это бейсболки, это полезные вещи для занятия спортом, ну и для ассоциации себя с спортивным городом України, Харкова. Також у планах запустити онлайн-марафон «Спортивний карантин», що буде проходити з 11 січня для всіх охочих займатися спортом. Для цього хочуть залучити багато спеціалістів з різних галузей, аби учасники могли отримати всю необхідну інформацію про ефективність занять спортом. Каждый день в нашем телеграм-канале «Харьков Спорт Сити» будут проходить два раза в день занятия с диетологами, с фитнес-тренерами. Это будут различные направленности. Там можно будет почерпнуть много интересных советов, информации. И, конечно же, самый активный харьковчанин, кто пройдет весь путь от начала до конца в онлайн, мы разыграем корзину здорового питания и подарки от Харьков Спорт Сити, от департамента семьи, молодежи и спорта. Такі акції, каже директор профільного департаменту, складові єдиного комплексу заходів, що направлені на створення умов для того, щоб спортивна спільнота Харкова нараховувала якомога більше людей. Ми хочемо охватити порядка 30-30% в течение 2-3 лет харьковчан, которые активно ведут здоровый образ жизни и совершают какую-то физическую активность хотя бы один раз в неделю. Это среднеевропейский показатель, мы к нему хотим прийти, стремимся. В 2021 году мы планируем проводить в привычном уже для харьковчан традиционном режиме, то есть практически каждые там 2 недели, месяц будут проходить крупные спортивные ивенты, это и марафоны, это и велодни. Я надеюсь, что карантин нам не станет помехой и здоровый образ жизни будет с харьковчанами всегда. Мария Соловьева та Сергей Перець, Харьковские известия.